Своих не бросает. Предприниматель из Усть-Большерецкого района передаст бронированную транспортно-боевую машину воинской части, участвующей в боевых действиях в зоне СВО. Накануне глава Усть-Большерецкого района Кирилл Волков приехал лично поблагодарить предпринимателя Олега Коробова за весомую помощь нашим бойцам на передовой. Олег Коробов, бывший военный, купил БТР-80 несколько лет назад для использования его в туристическом бизнесе. Военная техника активно использовалась в Усть-Большерецком районе для перевозки туристов в труднодоступные места. Для этого машину адаптировали для длительных переходов по пересеченной болотистой местности. Сейчас же предприниматель решил, что техника будет нужнее на фронте. Связался с нашими бойцами, предложил свои услуги по передаче данной техники в их нелегких условиях. Они поддержали меня, я обратился. Не поддержали даже, они с удовольствием откликнулись. И я обратился к нашим военным, военкомат, которые мне на сегодняшний день помогут его доставить на точку, скажем так, боевых соприкосновений наших с Украиной. Сейчас БТР проходит техническую подготовку на базе муниципального бюджетного учреждения «Надежда» жилищно-коммунального хозяйства Усть-Большерецкого муниципального района. БТР-80-ка. Место вполне позволяет перевозить раненых и боеприпасы. На месте рембат уже там установит необходимое вооружение. И вперед. Машина отправится в зону проведения СВО первым военным бортом.